приехали в Россию. На Украине также много мусора. В Германии свалки нет, и в лес нельзя попасть. А здесь выше погулять. Там вообще никак нельзя попасть. Из-за этой чистоты про человека забыли с собакой. Конечно, хорошо, чисто. Наконец я все запру. Ну и зачем этот лес нужен? Пошли. Вообще зайти нельзя. А вот мы тут можем даже, где надо, и костер. Грязно. За пределами. Ну можно зайти. Лес.